Между тем, 4 новых штамма гриппа появятся в мире в конце 2023 года. Такой прогноз дали эксперты Всемирной организации здравоохранения. По их данным, новые подварианты будут опаснее коронавируса. Заболевание, по словам экспертов, будет протекать тяжелее. Одним из частых осложнений станет пневмония. Причем симптомы новых штаммов останутся такими же, как и при других простудных заболеваниях. Высокая температура, общая интоксикация, вялость, слабость, воспаление горла и заложенность носа.